Здесь небесный экватор совпадает с линией горизонта, а меридианы сходятся. Поэтому кругосветные путешествия можно совершить за считанные секунды. Здесь магнитная стрелка перестает показывать на север, и в какую сторону ни махни, все равно указывает на юг. Именно сюда, на северный полюс, люди стремились попасть на протяжении многих столетий. Они готовы были отдать свои жизни за достижение этой бесконечно условной точки. Человек нуждается в ориентирах. Крайние географические точки Земли и есть те пределы мироздания, которые человечество всегда стремилось обнаружить и зафиксировать.